Всем привет! Продолжаем прохождение игры Сёгун 2 Total War. Закат самураев. В прошлой серии мы отстояли Кие, да? И вот я вот смотрю, он раз, два, три. Так, куда он вот этим всем идет? Диверсия. Раз. Давайте-ка тогда займемся. Вот поможем. Два. Замечательно. Вот так. Сколько это будет стоить? Давайте попробуем. Правильно, они мне не надо. Так, вы пойдете в Ямасиро. Будьте гарнизоном Ямасира. Цитадель. Это да. Так, сейчас посмотрим. Блин, может одну гейшу надо будет сюда тоже мне отправлять. Давайте отправим ее в Кие. Эти, если будут здесь идти, я их буду обстреливать. Блин, не того. Не то я хотел, вернее, сделать. Так, конец хода. Наш синоби обнаружен, да, нападение врага. Нанимаем вот этих ребят. А, точно. Я же совсем забыл, что я хотел сделать. Так, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот так. Удалось. Да, он, смотрите, они все пошли на Кие, да? Я правильно понимаю? Походу, да. Обстрел. Замечательно. Смотрите, что он хочет сделать. Ай, блин. Еще одна. Упустил я. Упустил. Сейчас высадит здесь. Ладненько. Ну, естественно, если нет смысла это ремонтировать, то есть смысл их изнурить. Да, вот так вот. Да, Кие пока ремонтировать ничего не буду. Да, поля, видите, достроились. А вот тут еще меня разбомбил. Везде. Сколько?
2656 поля везде и доход поднялся. Так, Вакаса и танго, да? Все подвозит и подвозит свое подкрепление. Нам было немного мне вперед, да, про этого, про... Проплыть, да, видите, что он сделал. Вот они все идут сюда, все вообще, блин. Еще и одновременно. Не-не, вы все дойдете у меня потрепанные. Еще раз. Отлично. Так вот. Подходим. Раз, два. 3, 4, 5. 5 армий идут. Здесь почему-то его это не интересует. Это очень сильно интересует другое. Так, здесь у нас что? Еще 2 хода. Я, блин, не знаю, я, может, сдалека посмотрю. Так, в разведку он может мою увидеть и понять, что я хочу сделать. Тоже тут искусственный интеллект соображает, как надо. Ну что, продолжаем. Диверсия не удалась. А где армия Такусимы? Все, разгромили. Замечательно. Но он сможет двинуться вперед. Да. Сануки и Нагасаки, да? Обстрелял. Где Сануки? Это где? А, это вот здесь, наверное, да? Да. Завод. Что, подходим? Он, я смотрю, возвращается. Нет, я уже этих потрепышей не буду. Ой-ой-ой-ой, это плохо. Это очень плохо. Ты глянь, ну. Так, 4, 4, еще 2. Кихайтай. И вот это Кихайтай, да? Мой дух 19. Этих чё? 40. Блин, еще не все. Мой союзник. Так, тут у него что? Блин, у него военные порты. Тут и там.
Тут и там военный порт. Да. Ждем захода. Так, где наш агент изнурения? Отлично. Давай-ка их тут еще перехватим. Готов. Так, я успею пополниться, да, 3 хода, пока он дойдет до меня. Я его еще здесь остановлю. Все, дальше он не заплывет. Так, не удалось, да? Блин, еще тут умудряется кого-то строить. Давайте эти сюда. Так, еще один ходик, да, и все. И плывем нота. Заберем у него нота. Блин, да, тут он никак не успокоится. Не уничтожил он армию Такусимы. Такусима здесь. Он, видно, с ними где-то пободался и отошел, да? Да. Так, здесь все вроде. Еще 2 хода. И гарнизон здесь можно будет не ставить. Здесь цитадель, да, пока. Казарму. У него подкрепление вообще не заканчивается. Подходит и подходит. Подходит и подходит. Что, одновременно, что ли, да я вам 2 этих обстрелял? Да не может быть такого. Нагата, Аки. Так, ну здесь-то понятно. Так, слушай, ремонт 704, да. Когда деньги есть, можно вот так вот не глядя и ремонтировать. А когда их нет, это все стоит очень-очень дорого, кажется. Как будто. Так, вот это целый, я смотрю. Замечательно, уже и не очень целый. Отвлечь внимание армии.
Блин. Не успею пополниться. Два хода. Если хорошо, я его обстрелял. Да ты, блин, ты что, совсем? Совсем что ли, блин? Да, вот разведка уже пошла. Или это не разведка, не знаю. Пошла разведочка. Надо потом будет обольстить и сюда отправить генерала. С генералом все-таки лучше. Гарнизон дерется, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 здесь будет у меня гарнизон. Отрядов таких разношерстных. Так, ну что, смотрим. Все внимание сейчас приковано сюда. Так, подождите. Или здесь у нас что? Здесь у нас все. Хлоп. Так. Плывем сюда. Отлично. На следующий ход проведем свою операцию. Заберу у него нота. 10, да, 10, все. Хорошо. Смотрим, что тут. Так, да, в осаду он не взял меня. Это дало мне еще немножко времени. Отвлечь внимание армии. Замечательно отвлечено. Этот куда-то тут поперся дальше. Ты издеваешься, честно. Да, он не знает, что здесь делать, как мне навредить. Обстрел, отлично. Ну иди, иди, тоже весь потрепанный, весь покоцанный. Что тут за корабли у него непонятные. Длина. Отлично. Отлично. Так, этот потрепанный, они у него. Все, он не вступит в бой, ты можешь, в принципе, мина уже захватывать. У тебя армия хорошая здесь. Да, должно это. Ой, отлично. Да, вот он пошел. Пошел, дружище, куда ты? Сюда, да? Отлично, армия, внимание, это прекрасно. Прекрасно, так. Так, армия. Этих ребят забираем. Сюда. Что у нас тут? Через инход форт будет. Да, успею все сделать. Идем в Оми. Подождем ходик здесь еще. Так, и где? Где? Стрелять цель. Так, я ничего не понял, я почему не получилось? Он вроде обстрелян, но я все равно несу потери. Странно, если честно, как по мне.
мы уходим отсюда. Отсюда уходим. Уходим. Ой, блин. Не получилось, а так все хорошо было. Ничего, сейчас еще раз попробую. Сейчас попробую еще раз, да. Ой, блин, я думал, что я его обстреляю. Нет, это все надо, естественно, делать в тылу. Так, три. Это мы будем все делать в тылу, то есть вот 9 хига. Раз. И что еще у нас тут тыл есть? Ну и а нет, в Сацуми нет, ведь. Так, Нагасаки могут обстрелять. Ну и Хидзен, да, давайте. Вот так. И Хидзен. Хорошо. Да, немного не получилось то, что я хотел, блин, потерял я. Блин, я не знаю, что он тут ходит. По мне это странновато. Клещ. Замечательно. Ну, там стоят там и пулеметы. Так, тут я не достаю. Выходим. Так, вот касса наша, эти за наши. О, все, мы все, здесь нету их, да, отлично. Так, эти ребята становятся здесь гарнизоном. Все. Беспорядков нет. Военная академия. Трактир, да, тут, если что, отобьемся. Пусть будет. Страшно, если что я зимой высажусь, захвачу, нет, все равно здесь что, серебро, да, серебро будет наше. Отлично. Заканчиваю ход. Так, я смотрю, эти ребята здесь уже полным ходом разошлись и идут. Так, государственная промышленность.
Нет, не обольстить. Давай-ка изнури их. Замечательно. А тебе надо его убить. Тут отвлекай. Вот так. Один, два, пять, шесть, семь, восемь. Да, еще. Еще придется ждать. Блин, ну ты посмотри. Все, я знаю, куда я пойду. Вот сюда. Пять ходов. Не знаю, сколько оно будет здесь осаждаться. Сюда он не придет. Кого мне, если честно, тут? Давай этого изнурим, а вот этого остановим. Так. Да. Весело. Цитадель три хода. Хорошо. Засада. Угодил он в засаду. Так, ну чё, будем попробовать, что ли? Да. Нормально. Жалко, только я не пополняюсь. Я на вражеской территории, да, поэтому я не пополняюсь. Опа, да. И что ты хочешь сделать? Да, идет он на штурм. Мы, естественно, в тобой мы это не будем играть. Будем играть вручную. Поэтому всем спасибо за просмотр. Уже продолжим в следующий раз. Всем пока.